Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом обзоре расскажу про сабельную пилу Makita JR3051TK. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Сабельная пила Makita JR3051TK – мощный сетевой инструмент для распиловки самых разных материалов в различных пространственных положениях. Из особенностей данной модели стоит выделить усиленный опорный башмак. Его вылет не регулируется, соответственно, не регулируется глубина пропила. Металлический крючок. Для использования крючка поднимите его так, чтобы он защелкнулся в открытом положении. Если крючок не используется, защелкните его в закрытом положении. В этом инструменте реализована классическая технология ручного распиливания, что выгодно отличает его от аналогов с режущими дисками за счет привычного хвата двумя руками. Ход пилки увеличенный составляет 30 мм. Управление сабельной пилой осуществляется фактически одной кнопкой – большим триггерным выключателем. Для запуска инструмента просто нажмите переключатель. Для увеличения рабочей частоты нажмите триггерный переключатель сильнее. Для остановки отпустите его. Для продолжительной непрерывной работы триггерный переключатель можно заблокировать в рабочем положении на максимальных оборотах, еще одной кнопкой управления – кнопкой блокировки. Замена пильного полотна при работе с сабельной пилой Makita JR3051TK – процесс простой, не требующий привлечения стороннего инструмента. Вставленное до упора в зажим полотно фиксируется автоматически зажимной втулкой, а чтобы извлечь его, достаточно повернуть рычаг зажима в направлении, обозначенном стрелкой. Доступный щеточный узел – для контроля над состоянием угольных щеток и их простой современной замены. Режим непрерывной работы. Для продолжительной работы нажмите триггерный переключатель, затем нажмите кнопку блокировки. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Блоки пилит кривовато. Имеет вибрацию при работе. Теперь перейдем к положительным. Мощная. Большой ход пилки. В комплекте в кейсе были пилки. Качество изготовления пилы высокое. Звук пилы приятный. Смена лезвий удобная. Быстро, удобно. Кейс облегчает транспортировку и хранение. Отличное исполнение. Альтернатива болгарке. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта.